что там? Че, все хорошо, даже козырек построен, сука. Но я просто забыл вот что. Даже бочку застроили. Че за бочка? А рядом бочка, куда можно было теоретически, наверное, на крышу попасть. А, просто смотри, в чем смысл. А, получается, сейчас какой-то баг есть. И строительство, грубо говоря, ну, знаете, строительство забуговалось, и возьми калаш в руки. А вот тут можно залезть еще на крышу, если что. Они тут проебались. Вот. Ну там все, по-моему, застроено. И а слушай, не все. Половина окон не застроена. Садись, я на разведку пошел. Короче, стенки ломать нельзя теперь никакие. Ну, вернее, их можно ломать, но они ломаются 270 минут. Пока баг не исправили, потому что там типа базу можно было разбирать вот сейчас и снаружи, и изнутри. Можешь пристать? Ну да, нужен еще один человек. Бля, кстати, ведь можно прямо сейчас залезть туда. Блин. Надо писать Косте. Так он с телефона сидит, он даже вчера не заходил. Я думал, что он в деревню смотрит. Нет, тут обязательно идти. Запрыгнул? Угу. А ты уже все там? Да. Там, может, с плиты, может быть, можно запрыгнуть на какую-нибудь сторону. У меня почти получилось. Сейчас посмотрим с той стороны. Так, у них, может, что-нибудь можно вытащить, нет? Нихер там кого. А, ты... А, вот ты что имел в виду, что бочку выстроили. Сука хитрые. А если застроили, то что это значит? Значит, у них там есть какая-то слабая... Ну какая, если не может на крышу залезть, наверное. Ебать. Реально, стенка будет ломаться полтора часа, пиздец. Ты хаваешь там? Угу. Так, слушай, я пошёл... Подрыв делаю. Ага. Я сейчас попробую все-таки найти колесо, несколько колес, друг на друга их накидать и сделать лестницу. Потому что колеса еще... Можно использовать как надо. Там ничего, тут сидеть? Ну, к сожалению, да, пока там. Ну, сейчас попробуем, может, все-таки залезть туда. Не, ну может я туда спущусь, а то как на этом. А, ну давай, давай, мы я туда залезать умеем, так что давай тогда. Слушай, а вот тут. Че? Слушай, а вот тут я дырку нашел. Я уже почти. Если не дырку тут. Опа. А я уже внутри. Блять. Ну, блин, это, вот, это на самом деле вот не очень смешно, потому что это нужно ну, снимать. И как ты вылезешь теперь оттуда? А чё вылезти? У них тут вот не застроена дырка. Я с крыши просто спрыгнул сюда вниз, все. Только это... О, слышал? Да слышал. Только дальше не смогу пролезть. 17-й. Ну а ты вылезти сможешь, если чё? Наверное, нет. Сейчас посмотрим. Просто я что-то не пойму, что за дырка есть. А, это ты здесь оказался. Ну вот, видишь? Вот я где. А-а-а. О, слушай, я, наверное, вылезу. Ну-ка. Как это я сейчас сделал? На что я запрыгнул? Короче, нужен третий чувак срочно. А если дверь закрыть? А это забор именно или чё? Ну да. Если бы его можно было сломать изнутри, я бы попробуй, уже... Попробуй, подожди, попробуй начать ломать. Вот я тебе сейчас кину топорик. А на... чем? А, подожди, может, если ломается и так, и так, ну-ка. Вот, на, попробуй, я тебе скинул топор сейчас сквозь текстуры, попробуй. А, куда ты его скинул? Как его? Прямо перед тобой, а, смотри, рядом? Вот. Ага, всё, нашел. И калаш взял свой, выкинул. Попробуй, начни ломать. Если будет вообще полоска очень...
А как это? Просто по нему стучать? Нет, нет, там должно... Когда забор мышкой... разобрать, нижний да, деревянный. Да, 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 да. И вот смотри за полосой сейчас. Она очень медленно продвигается или она вообще не двигается? Какая? Готовости? А! Все. Нихуя ты фокуснил, блядь. Давай верхнюю также. Или нижнюю ты разбирай. А написано это было. Это палево. Мы сейчас вот реально палево сделаем. Ну туда строй заново. Вылазь и строй заново. Вот. Теперь вот так открываешь, заходишь сюда. Вот видишь. А, хуй нарисован. И там. А. Как хуй нарисован? Вот сейчас я сажусь сюда, а тут туда залезает. Как ты сидя? Блять, а как ты сидя прыгать ты будешь, объясни мне. Я прыгал, не знаю как. Вот давай, прыгай. Сука, ну да, третий нужен. Топорик у тебя главное? Да. Давай, да, стой там, сядь. Блять, сейчас. Давай, вставай. Блин, я... Ух ты, блин, я как это я сделал? Сейчас отлагает. Так, я еще раз, давай, садись, сядь. Вставай. Встал? Да. Могу подпрыгнуть. Так, сейчас. Ты не встал, ты все это время сидишь. Вот теперь а ты сейчас? Встал. Подожди, стой. Ну-ка, подожди. Так. Давай пробуй, прыгай там, я не знаю. Вставай, тоже пробуй. Вставай, он не встает. Сука. Ладно, давай тогда стой просто на месте тогда. Ну там в углу, нет, только в углу. Только там я смогу допрыгнуть и все. Все, я почти внутри был. Ну как, блядь, вылазить мне потом оттуда, я вообще не знаю. Ладно, сейчас. А, вылазить никак. Перекладываешь, только все. Либо ты там сейчас остаешься, пока мы ждем третьего. Кто-то едет сюда на машине. Ну, на сегодня игра закончится. Либо вот эту вот стенку можно попробовать разобрать. Нет, подожди, сейчас. Эту стенку уже не, точно не разберешь, я пытался разобрать с той стороны, где этот закрыто. А как я ту сломал? Это я не знаю, как ломается, но вот эти не ломаются точно, тут защита какая-то стоит. Только баг не исправит, видать. А можешь попрыгать тоже? Давай. Ну я потом, походу, бьюсь бесполезно. Или реально... А если ты сядешь? А чё толку, я... забором. О, все, я здесь. Как? Все, я здесь. Ну, как нам вылезти отсюда? Сейчас будем искать. О, второй холодильник. О, ну тут, блядь, ясно, нахуй. Куча фляжек, блядь. Бутылочки. Написать крапоту, что мы говорили опять. Ну, знаешь, ну просто похоже. Я не уверен, но просто похоже. Ебать. А ну подожди, чё? Либо я буду вручную носить до дома все. Да подожди. Бегом. Это нам главное. О, Мишань, тут магазинов ебанешься. Не знаю, наши клиенты или нет, но стоящего тут много, если скажу так. А выход? Выход. А, мы бы смотри, вот я на чердаке, да, типа, грубо говоря, этим, ну, импровизированном. Тут не подлезешь, тут, короче, он только ходит в приседку, и он не дает ста. А. Подожди, а вот... Нет, тут, короче, через окна никак, то есть... То есть нужно что-то ломать. А если ломать, это палево. То есть я... то, что мы вот это сломали, это не палево, да? Её сейчас... Её сейчас восстановить можно. Может, холодильник сюда, какой ящик поставить и перелезть? Ну, ящик есть, но это сразу, Миш, 100% палево. А, подожди. Подожди, я, кажется, нашел хуйню. Мы сейчас очень красиво сделаем, если получится сейчас. Смотри, где я, блядь. Я вижу. Ну, кто-то различается. Ты у меня подлетаешь, это
Не-не-не, тут другой прикол, ты просто не видишь, на чем я прыгал там. Ага. Так. Так. Сидя попробуй. Если вот на стенку запрыгнуть, то сидя. А он не сидит, это делает. Убейся. По-моему. Что-то там вот написал. Или ты кости чистую убрал? Я всем-всем написал. Все, я слез. Короче, нужно вот эту хуйту прятать, которая... Рассадник семян, блядь. По нему вылазить вообще соляного изи. Вот сейчас, бери, залезай. С обоих сторон. Это ты? Нет. Это по мне. Да? Да-да-да, со стороны, как я прибежал. Зомби дернулся к нему, но я не вижу пока. Бля, я отбегаю туда. А, я вижу его, да, он казарм где-то около тебя. Лес, короче. Ай-яй. А, подожди, знаешь, где танк стоит, коп? Вижу. Двое. Сможешь? Сейчас. Цельсик нет. Я вам все как могу. Только не приебись, как в прошлый раз. Где танк вошел? Не приебись, как в прошлый раз. Что мне не приебаться? А, двое там. С СКС, то, что ты когда месяц назад. Ты, да? Два раза попал, да. Вроде живой. Добивай. Я не вижу больше. Там двое. У второго душку дал. Второй минус. Может, этот минус. У второго зомби доест. Ты убегаешь меня? Я только выбегаю, чтобы запрыгнул сейчас. Да, еще прыгнул. Я справа. Беги к танку вокруг. Когда? Танк вокруг, левее. Правее, вдалеке видишь дерево сухое? Нет. А, вдалеке вижу сухое. Да, дерево. Вот это, да. А, второго, ты второго не убил. Они там, они рядом там. А ты его убил? Да. Одного точно убил, второй, по второму сейчас зомбик, блядь. Он живой еще, я не вижу его. Он живой, но еле живой. Ты уверен в этом? Он только что выстрелил. А я в него попал, бы уходит 100%. Это где деревья, он где-то под деревом под этим. Можешь лучше посмотреть просто? Я не вижу его, он здесь спрятался. Я бы уже это, контролил бы его. Не меня попал, но я живой. Красава. Давай сюда быстрее. А, здесь даже нельзя привязываться. Печально. Долго не могут сформулировать вопрос. И мы у них уточняем, типа, нужно сделать то-то и то-то, или нужно сделать то-то и то-то. И вот, блядь, иногда ответ просто да. Вот, сука, сидишь, потом, блядь, зубы скрипят и... Так специально же, блядь. Да пиздец, блядь. Или бывает... Да вообще похуй, сделай хоть что-то. В таком случае на вот это их «да» нужно говорить «пизда». И искать новое место работы. Иди нахуй, не звони сюда больше. А тебя, бля, говно, Иваня, бля, пидорас. Как она по-русски-то называется, сериал-то? Компьютерщики. Это кто подбегает? Я. Стой. Нихуя. Кто здесь? Не трогай меня! Здесь я буду биться! Вот, прикинь, сейчас в кому, блядь, кинет Мишу со мной левой. Левой короной, правой себе по яйцам, блядь. У меня нет яиц, я за бабу играю. Нихуя ты выдал. Меня видишь? Вижу. Бью! Да не бей, иди за мной медленно, сука! Не вижу теперь. Давай я тебя буду бить, и это на слух идти. Чуть-чуть левее. Еще левее! Еще левее! Уперся! Да правее, ёптать, блядь! Вот, сука, это право, блядь, я слышал право! Подожди, вот там стоит одно единственное дерево, он что, въебался в него? Да! Ну конечно, если вести дерево, блядь. Вот, меня, видишь?
Не вижу, блядь, звука, ты тупой, что ли? Ходи прямо. Все. Блядь. Не видишь, блядь, блядь, если бы я видел, я бы, наверное, не стоял в дверь, блядь. Заходи, блядь. Одна радость, уебал. Что у него там, что у пони отвалилось, блядь? Миша, не умирай, блядь. Миш, только не умирай, пожалуйста. Миш, масочку кислородную приложи. Вот, я начал запись даже вести, не могу, блять. Вот, чтоб ты понимал картину, Костя. Два локера. Открыто. В каждом по шлеме, блять. На каждом шлеме ПНВ, которые сквозь локеры торчат, блять. Вы, блять, издеваетесь? Вы, блять, оба издеваетесь надо мной, я не пойму, блять. Ты сказал, дескать, в бочках, а там их не было, кстати, я их не видел, блять, я смотрел в этих ящиках. Ты понимаешь, что ты первое, что ты видишь на базу, когда входишь, это вот, это, вот эти вот две хуи, блять. Вань, я в этих ящиках смотрел, не было ПНВ. Зачем ты его пилишь ножом, блять? Иди сюда, Серег. Сейчас кому-то изолентой. Иди сюда, Серег. А, блядь, сюда, куда? Иди-ка на звук просто, иди. Тебя не слышно, кстати. Да я как бы еще и не зашел. Так, заебись, отнимай автомат. Ты видел, Вань? Чего? Так, чё там за кем, блядь, сделал? О, Серега, ты за... Иди сюда. Иди в сторону. Иди сюда. Да нахуй, блядь. Опа. Хорош, блядь. Иди сюда, на. Хулиганы зрения лишают, блядь. Раз. Если б только зрение. Если б только лишали. Ну чё, ты чё, не видишь, что ли, я не пойму? А можно кого-нибудь дефибриллятором бухнуть? То он в кому упадет. Я знаю тут одного человека, которого можно. Так, Серёга. Ничего не нужно? Да, да, да. Ну там сотка вроде бы. Это что сейчас было за хуйня, можно вот уточнить? Как чё? Дефибриллятор. Включим. Нахуй вы дымовуху, блядь, зажгли. Кого можно дефибриллятором ёбнуть? Давайте играем. Кого ёбнем, тот, кто, блядь, бегает тут с этой хуйнёй. Блядь, ну серьёзно, тем, ну палишь эту хуйню, зачем? Это не он. Пиздец, какой у него звук противный, блядь. Я впервые вижу, чтобы эта хуйня кто-то, блядь, пользовался. Я его раньше не был. Вы что делаете, ебанутые? Кто мне ударил, блядь? Да тёмно, угомонись. Охотники с привидениями, на. Блядь. Погнали дальше, пока все в сборе и все готово, и все в сборе, блядь. А Серегу нарядить хотя бы что-нибудь не надо, все, один что-нибудь хотя бы одеть. Серега уже одетый. Как одетый? Без разгруза, правда. Блядь, темно, хорош. Как бросить эту домовуху, мне скажешь? Г. Удерживай. Кидай, 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 кидай. Серег, беги, он тебя сейчас током ёбнет. Или ёбом пошлет. Помогите! Выпустите меня! Не умею. Ой, бля. Закрывайте эту хуйню сами. Блять, да хватит воевать. Ах ты сука. Не подходи ко мне. Блять, встретились два одиночества. Сука, он ведь тебя гравицапа сейчас ударит. Так, блять, если вы не успокоитесь, я сейчас сразу драконом ёбну вот этим вот, блять. Блять, батарейка села нахуй за тебя. Дракона будешь? На дракона.
Как это одеть? На себя перетаскиваешь. Не работает. Так вот тебе. Улетел, блядь. Убери калаш из рук. Возьми в руки вот эту куртку, что я тебе скинул. Теперь перетаскивай на себя. И теперь перетаскивай все, что у тебя было в той. А чё джакет, блядь, этот РГБ, блядь, не взяли? Серёг, ты, наверное, вот этот джакет должен был одеть, не... или куртку, или чё? Не, мне Ваня вот этот дал. Ну, я чё нашёл? РГБ джакет возьми, одень на себя. В нём 42 слота. Дурак, блядь. А кто петушка тут убил, блядь? Да вот живой куда кто-то. Пиздец, Мишань, тут твоего братишку завалили. Он еще вроде тоже живой. Серега, тебе Мосинка без патронов. Без патронов нужна. Вторым оружием. Давай. А приклады можно бить? Можно. Ну. Тебя это. Сказать. Мимас про собеседование, короче, блядь, это в НКВДшники из фильма этого.